Всем привет, рада снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре Б-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите, где мои манеры? Президент Майерс, я хотела сказать, конечно же, примите мое почтение. И, кстати... Надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! Если бы кто реально наблюдал, за мной уже охотились бы все копы и банды Найт-Сити. А если ты лишь пешка в их руках? Вдруг ты невольно исполняешь их приказы? Но кто они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа Центавра. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы в анестезию для своего угнетенного, страдающего народа. Тайное правительство, ему повязали. Откройте разум, пока не стало слишком поздно. Джессика увидит, сдохнет от зависти. Охренеть, просто бомба, я балдею. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит. Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Скромное? Это я могу. Только не трать все сразу. На день или два мне этого хватит. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами! Готовьтесь, ибо они грядут!
Откройте разум, пока не стало слишком поздно! Я тебя могу в любой момент арестовать. Thank you.
The NCPD advises those traveling beyond official police jurisdiction to wear a bulletproof vest at all times. У моего папы работа лучше, чем у твоего. Thank you.
Привет, Ви. Тут мой друг просит помочь. Надо вернуть глаз, который он проиграл в карты. Имплант, конечно. Вроде все довольно просто. Возьмешься? Подробности я отправила. Ага. Нет, не выйдет. Прости. Я правда не могу. Так, а не мы.
чувствовал. Обожаю твою работу! Есть. А тебя что, мамка читать не учила? Да почему? Написано. Шансы всегда одинаковые. Либо выиграешь, либо продуешь. 50-50. Май. Чё? Ты б завязывал клейнюх. Ты просто стекло! Ты не заслуживаешь жизни! Либо выиграешь. Ну, наконец! Пошло веселье! Нет, там
нам шансов выиграть совсем нет. Да почему? Шансы всегда одинаковы. Вот его я просто пущу!
Thank you.
Джейкоб вернул свой глаз, так что заказ я закрываю. Но мы с тобой оба знаем, что работа была сделана кое-как. В следующий раз постарайся меня не разочаровывать. Заказ закрыт, спасибо. Ёбаный в рот! Чё это с тобой? А? В чём дело? Thank you.
Ваши лидеры стремятся к власти и могуществу. Но они не люди, о нет! А кто же они, спросите вы? Рептилоиды! Их легко узнать по холодным голубым глазам. Ибо родились они много веков назад среди бескрайних льдов Антарктиды. Они скрывают свой истинный вид под человеческой душой. Двуличные змеи! Угнетатели рода людского! Раз уж глаза их так выдают, почему они не вставят себе оптику? Ну или хотя бы линзы? Если бы это было так просто, они же рептилоиды. Человеческая кибернетика несовместима с их нервной системой. А почему не заставить риперов сделать подходящие импланты? А может, они уже так и сделали? И вы спросите, откуда лезет вся эта мерзость? Ну, сам говоришь, из Антарктиды. Сегодня они скрываются среди льдов и снегов Южного полюса. И уже очень скоро отберут у нас звание Венца Творения. Они возникли миллионы лет назад, превратились из динозавров в первую разумную расу Земли. А кто были их создателями? Их господами? Ученые с Альфа Центавра! Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Свой разум открой, придурок. Работать иди. Что толку работать, если плоды нашего труда пожинают они? Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Готовьтесь, ибо они грядут. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще Ви, всего... тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно?
Как жизнь компьютер? Интересно, Йоу, мистер Ви. Рад встрече.